Мур, привет, друг, это Зверько. Сейчас я расскажу об обновлении 1.3.90. На тестовый добавили героя Лилию. Об этом вышел отдельный ролик, и в подсказках будет ссылка на него. Основные изменения коснулись Иксварга. Первый навык. Увеличили урон от огнеметов, насколько, не сказали. Но теперь есть пометка, что урон в состоянии без брони от навыка будет лишь 60%. Возможно, этот дебаф добавили раньше. Пассивка. Теперь, когда брони на Иксварге нет, ее пассивное накопление увеличено. Но мне кажется, если копить долго, то проще прыгнуть на базу и быстрее восстановиться. Поправили баг ульты, когда после прыжка и удара о препятствие Иксварг не двигался. И главное изменение. Во время действия ульты можно будет раскидывать наземные ракеты. Это серьезно увеличивает эффективность Иксварга. Пока он крутится, он набивает температуру на врагах. И раскинув вовремя ракеты, после взрыва ты можешь мгновенно получить обратно броню. Главное подгадать тайминг, ну и противников, которые не успеют отбежать или отпрыгнуть. Хорошее изменение. Кусака, Гасен, Мартис, Кайя оптимизировали эффекты навыков. Оптимизировали тени, но думаю, мало кто с ними играет, но все равно хорошо. Также в блендере идей замешали два режима – зеркало и режим боя. Стремное какое-то название, назовем его Бугурт. Толпа на толпу в замкнутом пространстве очень подходит. Кстати, получилось прикольно, потому что те герои, которые круто играют на общем поле, в Бугурте могут не тащить или даже мешать друг другу. Так, например, мне удалось записать видео лишь с третьего боя, потому что проигрывали по пику. Что делать, если рандомы выбирают не тех, кого стоит? Конечно же, идти в режим втроем. Ха! На этом игровые новости закончились, а скоро тебя ждет обзор палочки гения, новый гайд на Аргуса и постепенно доберемся до гайда по маскам. Чтобы не пропустить, подписывайся на канал, делись видео с друзьями и ставь свою чудесную лапку. Удачи, друг!